Ранее судимы? Да. А за что задержаны сотрудниками полиции? За ограбление. Ударил девушку. Связал, ударил стулом. Забрал машину, на глубоко уехал. А при каких обстоятельствах у нее оказались? Ну, приехал к ней на работу. Я у нее работал до этого. Так, разнорабочие по вызову есть. Она оставила, сказала, что запиши мой номер. Либо я, говорит, давай твой номер запишу. Если что, позвоню, говорит, мне надо трубу вкопать и залить плитами, ну, бетоном, цементом. Все я сделал. Что с имуществом, с похищенным сделали? Сдал в амбар эту машину, отогнал очень далеко.